Добрый день, дорогие друзья. День действительно добрый, превосходный, замечательный. День рождения любимого города 390 Красноярску. Главным подарком в этот день Красноярску стала хорошая погода. К самой позитивной площадке Афонтова многие горожане шли целенаправленно пообщаться с ведущими. Другие просто гуляли по проспекту Мира, но увидев знакомые лица, сворачивали и оставались с нами на несколько часов. Каждый гость смог получить кружку кофе и массу положительных эмоций. Сколько литров бодрящего напитка выпили под душевные беседы, со счету сбились. Бесчетное множество. Бесчетное множество. Ты посмотри, сколько людей здесь. Перевозбужденных. Все пьют кофе, да? Все. Я уже 40 чашек выпил. Целый день красноярцы вместе с первыми лицами любимого канала пели, танцевали, рисовали шаржи, смотрели фокусы и участвовали в конкурсах за призы с символикой канала. Громче, 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 громче! Очень повезло мне сегодня. Зашла на День города, просто хотелось прогуляться, насладиться атмосферой этого праздника. Никогда раньше не ходила и выиграла зонт неожиданно. Пока женщины делают себе бесплатно макияж, в нашем импровизированном салоне красоты дети заняты профессором Полимеркиной. Она показала чудеса науки при помощи огня, воды и жидкого азота. Каждый ребенок потрогал рукой пламя, разбил вдребезги замороженные цветы и не только. Больше 30 самых маленьких телезрителей смогли поучаствовать в проекте «Ох уж эти детки». Ребятне нужно было объяснять слова. Теперь эти дети смогут увидеть себя в эфире утреннего кофе. Как выглядит дед? У него борода, ноги. И руки, глаза и там еще много. А кто это такой? Да, с ногами не надо. Это человек. Обалденно! Клево, здорово и очень весело, очень много. Интересно, и экспериментов много всяких разных, и детям, и взрослым. А кофе попробовали? Да, классная девочка у вас, визажист, то есть... Супер! Всего на проспекте Мира в День города было больше 50 площадок. Здесь люди могли почувствовать себя художниками, разукрашивая огромный ватман, расстеленный прямо на дороге. Отведать разные угощения на фудкортах, сделать временное тату и купить сувениры. Под конец праздника коммунальный мост перекрасился в яркие цвета. Там заработала новая подсветка, а кульминацией стал фейерверк. На этот раз он был по-настоящему грандиозным. Антон Шевчук, Андрей Ткачук, Афонтово новости.